Это экстренное обращение к участникам своего турнира Soccer League. 3 сезона уже с вами провели. Я думаю, вы уже научились за это время самостоятельно коннектиться и ставить нужные настройки в игре. Поэтому в этот раз нужный режим погоды поля будет ставить вручную. Понятно? Кто не справится, тому кубик даст антинаграду. Кстати, кубик будет вести среднюю лигу, а лиг будет вести дворовую лигу. Так что мало не покажется. Тимощук, бегайся. Я настаиваю. Воскресенье в последний день. Технические победы теперь буду выдавать только после обращения игроков в течение турнира. Поле теперь не рандом, молнию ставим по желанию, видеозаписи встреч приветствуются. Также можно играть 2 тура досрочно. Игнатин новый, но можно и на старом, если он будет у обоих. Скоро будет жеребьевка команд. Желаю всем удачного выступления.